Губернатор с рабочей поездкой сегодня побывал в Белоглинском районе. Там в прошлом году на базе растениеводческого предприятия ввели в эксплуатацию семенной завод. Здесь семена чистят, сортируют, отделяют по весу и форме. Весь процесс автоматизирован, показывают главе региона. Стоимость проекта более 150 миллионов рублей. Соглашение о строительстве подписали 2 года назад на Сочинском форуме. Вениамину Кондратьеву рассказывают, производительность составляет 10 тонн в час готовых семян. И по качеству они нисколько не уступают иностранным. Иностранные семена, они не такие качественные. То есть мы не знаем, где за рубежом, где их делали, там, в какой третьей стране третьего мира или где-то. А здесь они, наши партнеры, знают, что вот здесь завод, вот здесь семена, тут ответственность. Некачественные семена могут дорого обойтись сегодняшнему нашему недобросовестному поставщику семян. Поэтому любой сегодня сельхозтоваропроизводитель заинтересован в том, чтобы семена были отечественные. И мы заинтересованы в таких сегодня поставщиках семян, которые могут нашему сельхозтоваропроизводителю их дать, обеспечить и себя, и в целом сегодня, как минимум, наш регион. Вот здесь, Андрей Николаевич, надо все-таки подумать, как нам пути по такому пойти. Побывал глава региона и на социальных объектах. В эксплуатацию ввели новую спортивную многофункциональную площадку. А совсем скоро в районе появится дом врачей и учителей.